Привет, друзья! Сегодня у меня такое видео «Процесс раскрашивания». Буду раскрашивать из книги «Мифоморфозы». Называется эта иллюстрация «Китайский лев-страж». И вначале я немного расскажу о том, каким методом я буду раскрашивать. Этот метод я использовала, раскрашивая горгону-медузу. Вы наверняка ее видели в сторис и в моей ленте. Я буду совмещать акварель и цветные карандаши. Вначале делаю подложку из акварели, заполняю пространство определенным цветом, заранее выбрав, какие цвета буду использовать. А уже после этого сверху по акварели буду работать цветными карандашами. В этом видео я покажу, как раскрашиваю правую часть именно карандашами. Акварелью я сразу заполню все. И я немного расскажу, чем этот метод мне нравится и чем он хорош, какие у него плюсы. В первую очередь, такая акварельная подложка делает готовую работу намного ярче. Во-вторых, это ускоряет процесс раскрашивания, потому что акварелью можно быстро покрыть большую область. Ну и в-третьих, при работе по акварели карандашами получаются более плавные переходы, более все размыто и реалистичнее, что ли. Ну, по крайней мере, мне так кажется. А вы пробовали такой метод? И нравится ли вам он? И какие еще плюсы вы в нем видите? Напишите в комментариях. А я предлагаю посмотреть на этот процесс. Вот я уже приступаю к работе карандашами. Приятного просмотра! Thank you.
Итак, вот что у меня получилось. Напишите в комментариях, пожалуйста, понравилось ли вам. Будете ли вы пробовать раскрашивать этим методом и этой техникой? Ну а я прощаюсь с вами до следующего видео. Пока!